Итак, друзья, сегодня у нас плановый Zoom, о котором мы предупреждали всех за сутки. И проводить мы будем его в таком режиме. Наш куратор из Дюссельдорфа, Германия, это Юрий по-русски Юрген Нот. Он сегодня предоставит нам информацию о мероприятии, которое происходит у нас в Дубае на большой конференции блокчейн. И, соответственно, затем разберем мы наши смарт-контракты, аудит. Юрий все это покажет через показ экрана. Ну и, соответственно, вопросы-ответы. Просьба следить за своими микрофонами, чтобы нашему Юрию не мешать. Юрий, предоставляю вам слово. Благодарю. Спасибо, спасибо, Иван, да. Дорогие друзья, товарищи, и рад вас всех приветствовать сегодня вечером, да, и как я, и вы, наверное, сегодня в чатах видели тоже, да, как разлетается вся эта информация по Дубаю, да, как наши ребята там активно общаются с Чавесом, активно с ним проводят всякие встречи. Очень вообще все грандиозно, да, там есть очень-очень-очень много новостей, которые там тоже и привезут сюда, и так немножко поделились уже ребята с этими новостями. Вообще, что к нам вообще на рынок пришло, это такого просто никогда никто еще не видел, да, и поэтому мы очень благодарны Шавису, что создал такой продукт, который сейчас у нас мы имеем. Да, и ждем такого, с нетерпением ждем этого официального старта 1 марта, который, думаю, из вас тоже все это очень-очень нетерпением ждут, так же, как и я, да, и поэтому там идет, что у Шависа есть еще один партнер, который создал вообще вот эту платформу Бумеранг, и они написали этот смарт-контракт с Шависом вместе, который вообще уникальный, который мы сегодня его будем немного разбирать и с помощью нашего искусственного интеллекта с нейросетями будем его разбирать и просматривать, что он нам говорит вообще. Просто была такая информация, я не знаю, может быть, по вам тоже уже такая информация пролетела, что на этих торгах просто на этом блокчейне пролетает, что средства передвигаются просто с одного кошелек на другой, и потом просто немножко распределение средств происходит, да. Я вам хочу сегодня показать это совсем обратное, да, которое, что это совсем не так. Ну и вообще в общем всем, что у нас очень все прекрасно и все замечательно, да. Так, я тоже немножко сделаю демонстрацию экрана. И мы начнем. Так, сейчас мой экран, Иван, видно, да? Да, видно. Да, видно. Да, я сейчас открыл здесь немножко одну вкладку. Я думаю, всем известен чат GPT, что это такое, да, и как она работает. Если еще не с этим искусственным интеллектом никто не работал, то, ну, советую посмотреть, присмотреться к этому искусственному интеллекту. Очень замечательная вещь, да, которую мы можем использовать для всего. И благодаря вот этому искусственному интеллекту мне поступали очень много вопросов, да, по нашему смарт-контракту, который имеется, да, у нас который нам дается при нашей торговле. И мне поступало тоже очень много вопросов, что как смарт-контракт работает, почему так работает. Я даже задействовал группу программистов, которые, чтобы проверили бы эти смарт-контракты. Ну, как по времени, программисты тоже очень сильно заняты, еще требуют немного времени, чтобы дать вообще полный отчет по этому всему. Да. И поэтому я решил то же сам, как я в технических блокчейнах тоже есть какие-то знания, кое в чем разбираюсь. Ну, и решил проверить то же самое. Да. Вот я теперь взял с моих последних торговлей, которые я записывал и видео, и так делал на лайв-презентациях. Все транзакционные хэши я взял, и я их уже себе вывел сюда сейчас.
И мы посмотрим немножко такое распределение монет, как вообще происходит, да? Вот в первой строке, что мы вот у этого кредитора получаем, вот, например, средства, и они уходят, ну, вот на вот этот адрес. Мне тоже очень сильно интересовало, что это за адрес, да? Когда мы перешли на этот адрес, я здесь тоже сейчас, вот я его отдельно переходил, вот этот BF84, последние цифры, и вот мы находим его, да? Это, оказывается, смарт-контракт, который идет в такое очень колоссальное распределение. И что он делает, как он делает, мне это тоже было очень интересно, потому что здесь происходит там вот уже 37 тысяч транзакций здесь произошло. Что они делают? Я скопировал этот контракт-адрес и зашел на полигон, на сам этот полигон, скан, да, вот он наш полигон скан. Мы вот заходим, мы вводим сюда наш адрес, Юра, который мы вот. демонстрацию не видно. Так, секунду, я тогда поменяю. Там, наверное, Да, сейчас. оно подвисло, От Юра. GPT GPT у тебя зависло. Так, секунду. Сейчас мы еще раз. У нас другое окошко. Да, вот. Сейчас видно, да? Да. Да. Да, вот задаем мы сюда. Я до сих пор что показывал смарт-контракт, где я копировал, видно или не видно было. Тогда начнем заново, да. Что вот эти мои транзакционные, да, которые мы делали сделки. Последние там я взял с этих сделок. И я их уже вывел себе на окошке сюда, и вот они, распределение вот это идет, которое я сейчас рассказывал, да. И вот этот адрес, это смарт-контракт адрес, я его отдельно вывел сюда тоже, да, что скопировал этот адрес, и просто на полигон сети, на полигон скане, я его задаю, этот адрес, и мне выходит этот смарт-контракт, да, что... Здесь очень много транзакций здесь происходит, да, на этом смарт-контракте, да. И если сам контракт, если мы переходим в вкладку самого контракта сюда, мы видим этот сам код нашего смарт-контракта. И мы его просто сейчас скопируем, этот код смарт-контракта. Вот мы его скопировали. И сейчас мы переходим в наш такой замечательный чат GPT. Сейчас я окошко поменяю. Сейчас, так. Сейчас видно мой чат GPT, да? Я в него просто ввожу этот адрес этого смарт-контракта. Так. И его прошу сделать аналитику этого контракта, да? Анализируем. И вот он сейчас проверяет немного так этот смарт-контракт. Он пишет по-английски, мы сейчас это все переведем на русский язык. Так, сейчас. И вот что он нам говорит наш чат GPT. Это страница, на которую вы ссылаетесь, содержит информацию в контракте Бумеранг на блокчейне Polygon. Это верифицированный смарт-контракт, предназначен для работы с безналоговыми кредитами экономики DeFi. Контракт использует Solidity версии оптимирован на 200 запусков. Его функционал входит в взаимодействие с механизмом флеш-кредитов. И вот этот вот кредит, который предоставляет кредиты, так же как и Uniswap и
Фаудрон другими протоколами, которые вот эти все децентрализованные. В общем, да, что здесь нам дает такой ресурс, вообще не зная вообще языка программирования, изучить немножко наши контракты. Это может сделать каждый, да, что просмотреть любой адрес кошелька, вытащить оттуда смарт-контракт. И я проверял сейчас все вот эти коды, которые здесь были, все. Так, я сейчас опять это окошко поставлю, которое я сейчас показываю. Да. И вот эти все коды смарт-контракта я поработал немного с ChatGPT, да, и вот эти результаты я получаю теперь от этого ChatGPT, который, да, и я в кодах тоже немного разбираюсь и смотрю, и я вижу, что в наших транзакциях, да, здесь не просто распределение проходит, а здесь проходит, что мы получаем на этот смарт-контракт, получаем эти средства кредитованные. Этот смарт-контракт их распределяет по всем децентрализованным биржам, здесь принимает обратно выводит смарт-контракт. И вот так весь проток он проходит и в конце итоги начисляет нам на наш кошелек эту уже прибыль. И поэтому здесь даже я не могу теперь просто так сказать, что это идет простое распределение средств, да. Поэтому я бы хотел сейчас, если есть какие-то эксперты, да, здесь у нас, может быть, какие-то вопросы бы задали, да, что если понимание у экспертов какое-то другое, которые разбираются в смарт-контрактах, которые тоже анализировали, и так, можете поднимать руку, да, включить микрофон и задавать вопросы. И у нас просто сегодняшний такой очень колоссальный вечер хотели сделать, да, чтобы обсудить вопросы, разобрать немножко вообще по всем стратегиям. Алло. Приветствую. У меня Да, добрый вопрос. вечер. Да, у меня вопрос. А если туда, в чат GPT, любой вообще смарт-контракт другой забить? Есть вот под рукой другой смарт-контракт? Ну, Просто если у вас. попробовать забить, и что он выдаст? Ну, давайте, если у вас есть какой-то смарт-контракт, можете скинуть, мы сейчас прям попробуем даже. У меня сейчас просто под рукой нету никакого другого смарт-контракта, да. Но если у кого-то что-то есть там, давайте попробуем. Да, у меня, к сожалению, нет под рукой, но у меня есть чат GPT, я обязательно это сделаю. Да, обязательно проверьте, Сообщу. протестируйте его. Это потому что я чат GPT уже давно работаю, да, и очень-очень полезная штука, которая помогает во многих. Там не только его можно спросить, чтобы помог, показал какой-нибудь рецепт или написал письмо, да, и с ним можно очень оптимально, очень красиво работать, да, что он переводы можно переводить любые документы и анализировать вообще очень. Юрген, Так. дорогой, приветствую. Меня слышно? Да, слышно, Максим, слышно. Друзья, всем привет с Екатеринбурга, Макс Дубинский. Знаешь, о чем хочу тебя попросить? Будь так добр, буквально 10 минут. Здесь очень много новичков, кто просто с нуля зашли. Давай с самого начала начнем. Ты, Юрген, компания ВАЗ, Бумеранг, что это такое, с чем это едят, что за лицензии, как это все работает. Давай немножко экскурсию вообще по теме. Вот, а дальше уже углубляемся в смарт-контракт, разбираем его и переходим потом к новостям из Дубая, где твой замечательный спонсор вещает нам кучу интересной инфы с полей, как говорится, из сердца движухи всей. Вот, давай таким вот образом и немножко подинамичнее, чтобы всем было интересно. Спасибо, дорогой. Да, Максим, спасибо. Да, Так, ну. кстати, смарт-контрактов накидали в общий чат, так на всякий случай. Можно Да, будет прогнать потом. будем потом просматривать, да, хорошо. Да, добрый вечер, да. Вот хотел немножко ознакомить вас, вообще новички, которые у нас находятся, да, сейчас с нами здесь. Что мы представляем, да, что у нас есть очень такая замечательная компания ВАЗ, да, которая имеет свой блокчейн, который имеет свое оборудование для этого блокчейна, да, и можно там использовать его в любых направлениях, также стать валидатором. И этот наш Шавес, который имеет вот эту компанию ВАЗ, да, он нам представил такую вообще уникальнейшую
возможность с помощью арбитража зарабатывать вообще каждому новичку, да, и каждому такому незнателю, даже вообще не зная ничего, ни о чем о торговле, который подсказывает через искусственный интеллект, нам подсказывает и показывает, что нам делать. И поэтому возможность у нас очень колоссальная, замечательная, что мы через эту платформу можем, даже не приглашая сюда в этот проект людей, да, можно зарабатывать спокойно там, от 1000 долларов в день и выше. Да, это, я думаю, это каждого очень интересно, такой заработок поиметь. Да, и что у нас здесь вообще заключается? У нас идет, что у нас есть такие как билеты в будущее, да, мы их называем, да, что которые мы можем пользоваться вот этим сервисом, да. У нас, ну, первый билет, наша лицензия, она стоит нам 500 долларов, которые мы сюда покупаем лицензию, да, и на эти 500 долларов мы получаем кредитную линию, кредитное плечо, флеш-кредит, его по-разному можно назвать, очень замечательный такой этот инструмент, что на 150 тысяч долларов мы его получаем. Да. Эти 150 тысяч долларов мы можем в торговле как исчерпать это кредитное плечо за один день, там даже не один день, а кто может побыстрее, кто может помедленнее, например, да, что сделать, к примеру, 100 сделок. И каждая сделка, которая займет нам, ну, там 2-3 минуты есть сделки, есть, которые немножко побольше, да, что по-разному может получиться. Это где-то, ну, 3-4, ну, 5 часов примерно в день поработать, поторговать, и можно заработать спокойно, чистыми уже себе в карман 1000 долларов, да. И так это можно повторять абсолютно каждый день, как на наше усмотрение, как мы можем это делать, да, кому как удобно. И вот такое вот наше направление, да. И вот сейчас, что, может, Максим, ты немножко тоже еще своим таким замечательным, таким этим бодрым словом, может, тоже пару слов немножко расскажешь про маркетинг, может быть, немного так заденем. Друзья, всем привет еще раз. Ну, надеюсь, будет слышно меня. Я просто в шумном заведении нахожусь, Юрген. Спасибо, что позвал нас. Мы с удовольствием приняли решение быть в этой компании, потому что, первое, она международная. А если говорить вообще про рынок MLM, то, ну, доля СНГ в общей массе 100% занимает всего лишь 2%. И 98% это международка. Поэтому я с удовольствием решил принять участие в данном проекте. Это очень круто, но я просто как по-сетевому, да, делюсь своими ощущениями. Вот, компания на предстарте, она мощная, она технологичная. Я не держал свечку, что там под капотом, но я всецело прям каждый день стараюсь максимально погрузиться в техничку. То есть что там, как там, то есть вот проверяем, ты там со своей стороны, мы тут со своей стороны, нам очень интересно. Вот, мы погружаемся плавно. Вот, командой принята стратегия заходить пока что на минимальной лицензии. Это не потому, что мы беднота, нищета, а потому, что нам хочется дождаться 1 марта и там дальше уже посмотреть, как нам предоставят X300, кредитное плечо. Вот, чтобы вы, ребят, понимали, это не значит, что нам компания какие-то щедрые 150 тысяч долларов накинет каждому на кабинет. Это означает, что нам будет предоставлен флеш-кредит, и мы этими средствами можем с вами только торговать. И торговать не на свое усмотрение, как попало, там сейчас как обезьяна с гранатой залетели и там наколхозили, а именно по сигналам компании, по определенным парам, которые между 17 биржами, компания Бумеранг ВАС отслеживает и предлагает нам в качестве рекомендаций те или иные сделки. Мы по ним нажимаем, у нас сразу же при connection MetaMask валит наш через полигон сеть. При покупке и оплате лицензии мы сразу же привязываем его в кабинете, и нас зашивают white-list. Мы становимся некими участниками экосистемы, и дальше мы торгуем с вами. Вот. И по итогам этих торгов мы должны с вами заработать X3 в сумме нашей лицензии. Вот эти 500 долларов, которые мы покупаем, кто-то покупает там за 1000, кто-то за 2, кто-то за 5, и кто-то за 10, как Юрген наш. А он просто очень сильно верит в данный продукт и решил сразу же зайти по-взрослому. Потому что насколько мы в тему верим, настолько мы в нее и заходим, да? Как говорится, если ты хочешь разжиться, нужно вложиться. Здесь не доверительное управление.
мы, покупая лицензии, получаем доступ к этой системе, и с 1 марта нам будут предоставлены уже полноценные X300 к нашему тарифу, сумма денег, которую мы проторгуем. В среднем сделка занимает там, от 1,5 до 3 минут. Если мы возьмем лицензию минимальную, где нам предоставлено 150 тысяч долларов кредитных флеш-средств, то мы можем путем нехитрых вычислений сосчитать, что за буквально, получается, у кого там калькулятор есть, напишите в чате, сейчас проверим всех на внимательность. Берем, значит, 3 минуты, давайте возьмем по максимуму, умножаем это на, допустим, 1000 долларов. И вот эти 3 минуты умножить на, точнее, 150 тысяч мы делим на 1000, получаем 150 раз по 1000, и эти 150 раз умножаем на 3 минуты. Сколько получится минут, за которые мы можем проторговать всю сумму и заработать свои 1500 штук? Кто на внимательность хорошо считает, у кого калькулятор под рукой? Помогите мне в чате. 150 умножить на 3. 450 минут. Абсолютно верно. Дмитрий, вам респект из Екатеринбурга. Вы были первый. Давайте теперь 450 разделим на 60. Тем самым мы вычислим, сколько мы часов будем в день торговать. 7,5. 7,5, все верно. Вот примерно, ребят, это вот такой вот пессимистичный прогноз, что за, условно говоря, полдня мы сможем наколотить у себя в кабинете сразу же к себе на MetaMask 1500 долларов. То есть механика какая? Это я вам идеальный расклад сейчас говорю, как мы нацелены, как мы хотим, как мы мечтаем, чтобы это работало. Мы берем с вами, покупаем лицензию за 500 баксов, нас зашивает whitelist, 1 марта мы торгуем, распродаем 150 тысяч кредитных флеш-средств и получаем профит 1500. Это 300%, ну так, термины есть грязные, да, это грязная прибыль. А сейчас, Андрей, отвечу на твой вопрос. Спасибо, хороший вопрос. А это X3 к сумме нашей покупки. Если брать чистый доход, доходы минус расходы, это составит 1000 баксов. То есть 1500 мы вычитаем 500 затраченных, мы 1000 чистыми заработали. Вернули return of investment, да, возврат инвестиций, 500 долларов и 1000 долларов мы в профите. Это 200% чистыми, друзья. Это ноу-хау рынка. Это не то, что где-то ты зашел там в проект, да, с доверительным управлением, где тебе там 1% в день капает, и это 30% в месяц, и ты только 3,5 месяца выходишь без убыток, и то не факт. Это мы все многие с вами проходили, все знаем. Да? Здесь история некая такая, как вот у меня был первый мой сетевой, Crypto World Evolution. Там было надо купить Binance, точнее установить Binance, дальше купить робота, дальше через API ключи соединить это с роботом, настроить тейк-профит и стоп-лоссы. А дальше торговать по сигналам компании и зарабатывать. И лозунг был: никому не отдавайте свои биткоины, держите их у себя на счете, мы не доверительное управление. Здесь похожая, друзья, история. Здесь нельзя вваливать туда 100 тысяч долларов, как многие инвестора делают во всяких хай-проектах, 200 тысяч долларов, 50, 10 тысяч долларов, 30, там, 40, 50, 200. Вот здесь конкретно 6 лицензий, 500 долларов, 1000 долларов, 2000, 3000, 5000, 10 тысяч. Этим мы ограничены с вами. Приобретая данные лицензии, мы получаем доступ к экосистеме и сможем с вами там торговать. Сейчас на предстарте, пока все настраивает компания, нам доступно всего X3. Компания дает нам просто пощупать сервис. Не слышно. Не знаю, вроде все слышно. Меня-то вообще самого слышно нормально? Или слышно, мы... слышно. Слышно, плоховато. Ну, я извиняюсь, друзья, я просто сижу в баре, и тут музыка играет немножко шумно. Супер, слышно. Все, спасибо, продолжаем. Андрей Керимов, хороший вопрос задал. Можно ли так будет несколько раз за день делать? Насколько я знаю, что нельзя. Если что, Юрий, я не прав, поправь меня. Да? То есть можно так будет делать раз в сутки, то есть лицензию за день вы выработали, и, соответственно, вы на следующий день, ну, можете купить сразу же следующую лицензию и получить доступ к тому же самому процессу уже на следующий день. То есть раз в день можно будет так подкручивать. Вот. У нас план по СНГ, по стратегии нашей команды следующий. Мы заходим сейчас, максимально всех расставляем в бинаре. Друзья, здесь бинарный маркетинг-план – это один из самых высокодоходных видов маркетинга. Он обычно очень ест кассу, но дело все в том, что здесь нет кассы. Тут как таковой нет кассы. То есть в традиционных каких-то хайп-проектах как работает? Зашло сколько-то, да, и эти же деньги дальше распределяют по маркетинг-плану, и с этих же денег какая-то капельница выплачивает ревбэк, манибэк обратно.
то здесь мы приобретаем некий софт, доступ к софту, и дальше мы получаем доступ к данной экосистеме, где есть три участника. Это компания ВАЗ, сам индус, основатель со своим бэк-офисом. Дальше это мы, участники процессинга, некие, так скажем, трейдеры, да, которые будем работать в данной экосистеме. И третья сторона – это кредитор, это мощный пул ликвидности, который предоставляет вот эти флеш-займы. Фишка всего этого процессинга устроена таким образом, что, ну, защищено все. То есть, ну как же опять защищено? То есть посмотрим, да, но мы сейчас разбираемся, погружаемся, но в целом выглядит все очень интересно. Почему? Потому что в минус мы с вами торговать не можем. Те пары, которые нам компания предлагает, это ее предложение зайти в те или иные сделки. Мы нажимаем, если она активна еще и актуальна, то мы проваливаемся, делаем транзакцию, зарабатываем профит. В этот момент зарабатывает индус, зарабатывает пул ликвидности, кто предоставляет взаймы, зарабатываем мы с вами, участники данного процессинга. И все довольны, это тройной вин-вин, когда все три стороны выигрывают. В случае, если уже сделка устарела и она красная, то у вас искусственный интеллект просто не пропустит эту сделку. Вы не имеете права продать эти средства, которые вам предоставили, флеш-кредит, беспроцентный займ. Вы не можете их торгануть в минус, вы можете их торговать только в плюс. Поэтому вы будете сталкиваться с такой системой. Вы видите перед собой ряд ордеров, вы провалите ту или иную пару, и вам пишут, например, все, сделка уже не актуальна, вы не можете ее совершить, потому что уже тренд изменился, монета пошла вниз. Вы, окей, ладно, следующее, да нет, следующее, да нет, следующее, да нет, следующее. И вот так вот вы работаете и делаете вот эти операции. То есть каким-то 7-5 во лбу трейдером великим быть не надо. Теперь касаемо того, как мы продвигаемся, перемещаемся в данном проекте. Мы делаем следующее. Здесь бинар, от слова B пара, две ноги, да, два отдела продаж. То есть на более деловом языке можно называть это отделами продаж. Если вы приходите к каким-то контингенту, то более заряженный, более, ну, так скажем, серьезный, кому не нравятся вот эти сетевые термины, да, там левая нога, правая нога, какая левая нога. Я тут одного пришел подключать, он мне говорит, какую ты меня еще левую ногу хочешь поставить? Я говорю, да успокойся. Но это, говорю, так на сленге называется, и так-то это, говорю, отделы продаж левая, левый отдел продаж left, правый отдел продаж right. Здесь как линейка классическая, то есть вы людей ставите к себе в первую линию. А, соответственно, они распределяются просто по двум веткам. И фишка бинара в том заключается, что я вот всегда забочусь о своем близком круге. То есть сначала я ставлю своих близких, друзей, всех, кому я желаю добра. Почему? Потому что они будут вверху моего айсберга. И дальше все глубже, 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 под них будет стекать структура, это перелив, это некие люди, которые зовут других людей, и там могут оказаться под вашими людьми, кого вы позвали в бинар, самые неожиданные персонажи. Вот вы можете зарегистрировать завтра к себе правую ногу своего соседа Ивана, который только-только встает на этот путь. А под Ивана, о, Павел Стешин, присоединился, мой коллега из сети Лайфа. Привет, брат, как ты сам? Ребят, извините, я марочка была небольшая. Вот, и, соответственно, правую ногу вы поставили соседа, который вот только-только знакомится с криптой, который еще вообще ничего не понимает. А завтра правую ногу под него залетел какой-нибудь мега-монстр сетевого бизнеса, и он находится под вашим соседом. Вы только вдумайтесь, друзья, в силу этого маркетинга. Ваш сосед стоит выше, чем этот монстр сетевого бизнеса. Он там какой-нибудь топ-10 Forbes to Home, да, сетевой лидер международного масштаба, оказался под вашим соседом из деревни Простоквашино. Ну, то есть, прикиньте, просто вдумайтесь в это. И дальше этот монстр сетевого бизнеса качает структуру, заходят объемы, и они все в правой ноге у вашего соседа. То есть вот в чем бинар, да, вот в чем сила бинара. Бинар – это очень высокодоходный вид маркетинга. Я проходил несколько бинарных компаний. Самый большой рекорд был 45 тысяч человек у меня в бинаре. Эта компания была Сетклав. Собственно, если говорить про то, как все это работает, вы пригласили одного партнера слева, одного партнера справа. Дальше три буквы У. Научись сам, научи друга, научи друга, учи своих друзей. Три буквы У, запомните, друзья. Учил друга, научил друзей. Все, погнали. Сначала, конечно же, научился сам, потому что важно очень всегда в сетевом бизнесе соблюдать три правила. Первое правило. Заходя в тему, стань экспертом, разберись, что продаешь. Не будь обезьяной с гранатой, не будь тупым наставником. Никогда нельзя кого-то куда-то звать, если ты, ну, элементарно базовые вещей не изучил по данному направлению. А второй момент. Заходи с командой, форсируй свои доходы за счет того, что ты не один. Приглашай друзей.
И третье, не бегай с уезжающими поездами. Никогда не надо заскакивать там куда-то, пытаться в догонялки собрать последний поезд. Здесь мы эти три составляющие можем с вами спокойно сделать. Здесь все на предстарте. Здесь большая международка, это большой плюс. И здесь можно всему этому освоиться, научиться за счет Юргена, нашего замечательного наставника. Потому что он нам все помогает делать, тратит очень кучу времени на наше развитие. И я благодарен ему за то, что я попал в хорошую команду. Потому что от этого тоже очень много чего зависит. Вот, по бинару, значит, ребят, можно зарабатывать здесь колоссальные деньги. 10% с короткой ноги. Короткая – это там, где меньше оборот. Вот, не обязательно всегда спилловер должен быть сильнее внутренней ноги вашей. Может быть и наоборот, тут как пойдет. Но силу бинара нужно, как бы, так скажем, высвобождать эту энергию следующим образом. Стараться их равномерно развивать, эти две направления. Вот, 10% вы зарабатываете каждый день, вам начисляют, по-моему, в 9 по МСК, да, Юрген Кивни, если я правильно сказал. Да, 9 МСК. 9 да, МСК, и да. Вы еще зарабатываете реферальный бонус 5% с каждого личника, но начиная с третьего. Что это значит? Вы зарегистрировали первого, вам пришло по бинару, вы зарегистрировали второго, вам пришло по бинару. И начиная с третьего, также начисляются бинарные объемы, но еще и начинает приходить реферальный бонус 5%, который также вам начисляется в 9 по МСК каждый день. Плюсом там есть какие-то еще лидерские статусы, об этом будем говорить позже, когда начнем подрастать. В целом, как-то так дал видение свое, да, мне этот проект интересен, нам он очень нравится, мы двигаемся, вот, ну и все многообещающе. Поэтому заходим по $500, расставляем людей, мне, ну, не стыдно кого-то сюда позвать на $500, это на русские рубли 45 тысяч рублей, это каждому посильная сумма, но взамен на то, что мы потенциально можем получить, это колоссально, поэтому не боимся, смело приглашаем, вот, следуем примеру нашего Юргена, нашим лидерам, и проявляем активность, потому что проект может очень сильно выстрелить. Спасибо, друзья. Надеюсь, был полезен. Юрген, тебе слово. Да, спасибо, Максим. Очень классно, молодец. Да, как Юра, всегда. Можно я добавлю, Юр? Да, конечно, Наташа, давай. Всем привет, я не буду включать камеру, просто пару слов добавлю. Значит, ребят, обратите внимание, что по бинару мы зарабатываем в 3 раза больше, чем оплатили продукт. То есть с бинара, вообще с кошелька на вывод, вот вывести, мы можем в 3 раза больше, соответственно, $1500. Вот этот нюанс вы должны сразу все понимать. И особенно я говорю тем, кто работает активно, активно. То есть заплатили 500, заберете 1500. Вот я сегодня, завтра планирую вторую лицензию взять для того, чтобы открылся опять вывод. То есть тут, да, есть такой нюанс. По бинару $300 до достижения там, ну, будущих статусов. И я хочу еще ответить женщине, которая пишет, партнеру, да, которая пишет, что 18 числа она подключилась, еще ничего не видела. Если у вас на бумеранге пишет, что у вас как бы израсходован лимит, это значит, вы уже внесены в белый лист, просто у них сейчас висит вот этот баг. То есть люди, которые внесены в белый лист, у вас это прописано. И смотрите, вот эти 1500, которые сейчас давали, на самом деле они и не обязаны были это давать. Это просто тренировочные, подарочные деньги. Поэтому если у кого-то это не откроется, значит, будете уже по факту с 1 марта уже работать на вот этих 150 на флеш-кредите. Ну, может быть, там и подкинут. То есть вот эти вот 1500, которые мы получили сейчас, да, ну, они вообще, они просто подарочные, понимаете? Они могли их вообще не давать. Просто для тренировки. Да, вот спасибо. То, что я хотела добавить. Да, еще хотела поправить Максима. У нас не 6 лицензий, а 5. Все, всем спасибо, хорошего вечера. Спасибо, Наталья, да. Большое тебе спасибо тоже, да. Ну, вот, вот так выглядит наш... бизнес, на котором мы сейчас сидим и будем зарабатывать, и зарабатываем очень великолепно. Я бы действительно хотел бы еще сейчас, даже на данный момент, в реальном времени показать вообще, как происходят торги и как их делать нужно. Да? Так как у нас сайт работает на данный момент, и что он не на тех работах, поэтому мы можем провести какие-нибудь сделки тоже. Кто-нибудь против этого или не против, как сделать сделки? Мы только за, Юрий. Конечно. Да, да. Так. Сейчас я скрою так, чтобы мой MetaMask кошелек открытый был. Секунду.
Юр, пока открываешь, вот в чате вопрос пишут, хватит ли всем партнерам вилок для торговли? Можешь дать пояснение? Да, конечно. Сегодня как раз наши ребята, которые находятся в Дубае, они разговаривали с разработчиком, они ему задавали этот вопрос уже, хватит ли мощности, хватит ли средств для этого кредитования вообще партнерам это все. Он ответил на этот вопрос и сказал, не делайте себе никаких забот об этом, да, что на всех, на все хватит. И, потому что рынок очень глобальный, очень колоссальный. И этого никаких проблем ни у кого не будет, ничего, все в порядке, все нормально. Так, вот мы сейчас обновим наш сайт. Он с демонстрацией экрана всегда работает немножко дольше. Он и так немного тоже как подгружается. А когда демонстрацию экрана делаем, он немножко дольше всегда работает. Но ничего отключи страшного. Отключи видео свое буквально вот на вот этот процесс. А не, так. Ничего страшного. Сейчас подождем. Да, ничего страшного, думаю, не будет. Я просто хочу тоже всем показать, что это не какие-то заставки фотошопа или еще что-нибудь, что это действительно реальный инструмент. Да. Так, вот этот наш сайт. Мы теперь переходим, здесь мы сделаем на этот. И здесь мы видим данные нам пары, которые мы предоставляются искусственным интеллектом, нам предоставляются, например, в какие сделки мы входим. Да, вот, например, сейчас вот есть, мы выбираем сделку, вот это USDT, VMATIC, да, она даст нам сейчас нашей торговле, к примеру, 1%, да. Вот USDT, USDC, E, эта монета нам даст, например, сейчас 1%, 1,1%. Да, вот. И это на каждые 15-20 секунд идет обновление. Вот мы сейчас посмотрим вот USDC и LINK, например. Да, мы ее сразу возьмем к себе в оборот. И мы ее выбираем сразу. Да, здесь мы устанавливаем, например, какую-то сумму. Мы поставим сейчас, например, $1500 на ставку. И здесь мы выбираем LINK. Теперь обрабатывается искусственный интеллект, еще проверяет, действительно ли эта сделка или нет. И вот он нам пишет, что он нам даст в данный момент 0,95%. Да? Мы согласны, даем ей подтверждение. Открывается параллельно у нас MetaMask кошелек. Мы его подтверждаем транзакцию. И сейчас нам покажет, что сделка была успешна или неуспешна. В середине сверху будет это показано. Юра, ты вот эти пары открыл отдельно, да, в отдельной вкладке, я правильно понимаю? Да, я специально открыл в отдельной вкладке, чтобы у меня главная страница моя долго не загружалась, и для этого я ее открыл в отдельной вкладке. А ты не знаешь, на телефоне возможно ли открыть эти пары в отделке? Сейчас, Наташа, можно подожди. На телефоне, можно. Тоже да, можно. Вот сейчас у нас сверху было показано, что транзакция прошла успешно. И сейчас я вам покажу эту транзакцию, которая была. И покажу на MetaMask кошельке, куда поступили эти средства. Пока она здесь грузится, мы попробуем в этой вкладке посмотреть на Transactions History. Так, ее загрузим. Сейчас наши все транзакции здесь появятся, которые мы проводили, и наша последняя тоже. Пока первая загружается еще. Так. Все, идем на Transactions History.
И вот наша сделка на 1500 долларов USDC на LINK. Мы здесь профит сделали, вот 14 этих долларов мы сделали, это профита. Мы сразу переходим на Transaction Hash. Нам открывается наша полигон скан, и все показывает, откуда мы взяли кредит. Вот, например, вот в первой строке, да, откуда мы получили средства, как они прошли, и все. До конца, вот последнее, вот где мы получили эти 14 долларов 32 цента в USDT коинах. Вот посмотрите на вот этот адрес, который сейчас отсвечивается. И я сейчас открываю свой MetaMask кошелек. Так, сейчас видно, да, мой MetaMask кошелек? Да, ее видно. Да. И вот мой адрес, который здесь сверху отсвечивается. И мы получили их в этом в USD коине, да, мы получили вот эти средства уже на наш MetaMask кошелек, да, что они здесь сейчас находятся по этим транзакциям. Сейчас я открою его на блокчейне, этот кошелек, да, что здесь видно. И вот мы, например, да, вот они были, вот 3 минуты назад были нам начислены вот эти 14 долларов, да, USDC. Вот так колоссально проходят наши торги, и которыми мы будем просто заниматься. Я думаю, сейчас каждый видел, да, сколько времени это заняло. Так. Секунду, я сейчас включу свою камеру. Да, все, видим тебя, Юрий. Да. Ну и вот так вот, вот такими действиями мы будем заниматься и занимаемся, да, в нашей торговле, да, и зарабатывать на этом очень уникальные средства, которые, я думаю, каждому не помешает, и каждый будет доволен. Да. А можно вопрос? Вот да. Вы показали вот это 1500, да? С 1500. Вот это 14 долларов в день или как? Нет, это с одной сделки. Эти 14 долларов получилось с одной сделки нашей, которую я задействовал. Сейчас 1500 долларов я поставил. Не своих денег. Эти деньги идут с кредитования, с кредитного плеча. Я это сделал сделку. Кредита, которая 150 тысяч, да? Да, да. Вот это вы имеете верно. В виду, да? Да, да? Если человек подписывается, покупает лицензию, 5 лицензий за 500 долларов, он получает 150 тысяч кредита. И вы поставили сейчас на 1500, ну, и, то есть эти 150 тысяч человек может в течение дня вот это ставки делать, да? Не обязательно в течение дня, их ставки можно делать, даже их использовать в несколько дней, да, если у кого-то мало времени, да, он может только час этим заниматься, на следующий день он может продолжить. Здесь нет то есть ограничения. Пока 150 тысяч вот этот пакет вы, то есть, отработаете, да, правильно понимаю? То есть да, за да, день, пока. За два, за три, как вам, да, как по как времени, удобно, да? Как по времени удобно. Пока этот кредитное плечо лимита не исчерпается, вы можете торговать. Я сейчас видел в чате вопрос, 10 тысяч лицензия, что она дает. Она дает кредитного флеш-кредита на 3 миллиона. Юрий, можно вопрос, пожалуйста? Сегодня в иностранном чате партнеры, у кого уже открыты флеш-лимиты, они показывали сделки, у кого-то сегодня была сделка. И кстати, в ру-чате тоже у нас были такие случаи, когда выходил процент доходности 4%, 5%. Сегодня даже была одна сделка в иностранном чате, которая, если я не ошибаюсь, что там принесла около 900 вообще процентов. Да, я видел эти скрины тоже, да. Я тоже видела, и он там, кстати, этот партнер, он потом выложил хэш. Но вопрос у меня в чем? Если, например,
ну, так случается, да, что партнер, ну, понятно, что 900% это единичная сделка, но все же, да, то есть если бы он бы зашел бы на 1500 долларов и словил бы 900%, он бы заработал 13, там, ну, с половиной тысяч долларов, да, или что-то такое. А он бы смог их забрать, или у нас лимит, вот максимальный порог все-таки с 500, 1500, и все, мы больше не можем? Нет, у нас нет порога, то, что приходит в этой сделке, прибыль, у нас нету на это лимита, да, что пока мы наши, потому что мы задействовались с этого кредитного плеча, только 1500 долларов, да, пока мы не исчерпаем это кредитное плечо, это сделки могут нам, конечно, давать и 4-5%, такие сделки попадаются. Ну, то есть теоретически и практически мы можем с лицензией в 500 долларов заработать с торгов не 1500 долларов, да, а можем и 3, и 4, и 5, если вдруг нам повезет на хорошие проценты. Это, конечно, так, это так и есть, да, что это совершенно верно. Это, в общем, я сейчас рассказываю тоже про 1500 долларов заработка в том направлении, да, что мы сделки выбираем 1% или там 1,2%, примерно так. Потому что я смотрю на такие сделки только, да, ну, конечно, будут попадаться и 4%, и 10%, и может даже и быть там какая-то новая монета, может, на DEX-платформа какая-то сейчас стреляет, и как раз на данный момент искусственный интеллект ее подбирает. Конечно, может это такое произойти. Да, и здесь тогда, потому что здесь тоже на Zoom присутствуют и мои новички, здесь также вы должны понимать, что вы можете за сделку заработать 0,7%, 0,6%, 0,8%, и тогда итоговая ваша прибыль будет там не 1500, а 1240, либо 1100. То есть это примерные ориентиры, да, но в любом случае это может быть сумма либо меньше, либо больше. Совершенно верно, да. Так, я думаю, мы тоже сейчас перейдем к вопросам. Еще какие вопросы собрались? Я вижу, у нас 288 участников, и я думаю, немало, да, вопросов у меня есть. Юр, скажи, пожалуйста, вопрос. Такой вопрос. А, ну давайте, Рустем, задавайте. Да, здравствуйте. Приветствую. Все замечательно. Я вдохновлен от того, что я слышу и вижу. Замечательно. У меня один такой вопрос, который мне задали. Я бы хотел его озвучить. Было сказано о том, что сейчас тот флеш займ, который человек получает, 150 тысяч в марте месяце, он будет работать в течение марта всего месяца, и человек, используя это каждый день, получает 3 икса от отложенной суммы, да, на, это, допустим, 500, значит, получает 1500. Вот. А начиная с апреля месяца, вот этот флеш-кредит или флеш-займ, он будет уменьшен. Уже получается 2 икса. Вот в связи с чем это связано? Почему вот такое понимание пришло? Хотелось бы понять. Можете объяснить? Да. Мнения идут сейчас очень много разных, да, и каждый, и многие хотят немножко как-то рассказать на своем языке, можно и так назвать, да. Эти мнения были тоже озвучены, да, и что в интернациональных чатах они были озвучены. Сегодня задавали вопрос это самому основателю этого вообще этого смарт-контракта и этой идеи. Он сказал, что те, кто сейчас заходят в феврале месяце, возможно, останутся всегда на для них такие возможности. Возможно, но тоже подчеркиваю, он сказал возможно. Поэтому это еще сейчас не точные данные, да, что там в апреле будет только там, что X2 только будет, да. Это не точные данные. Но возможно, что останутся у нас такие. Поэтому я сейчас на 100% не могу вам ответить. Сейчас наши ребята вернутся с Дубая, когда там уже дадут нам точные ответы, что там Шавес вообще рассказал и как это там будет вообще в апреле месяце это видение. Поэтому на этот вопрос я сейчас не смогу вам точно ответить. Я принимаю. Спасибо, Юрий. И еще один вопрос. Прошло вчера мероприятие уже в Дубае. Сейчас она еще идет. Да. Да. Есть ли какая-то дата конкретно, когда Шавес будет встречаться с русскоязычным народом с нами? То есть? Этот вопрос тоже решается сегодня вечером. Возможно, он даст сегодня вечером уже нам в ближайшее время дату, когда он будет с нами разговаривать.
Да, я почему так говорю, потому что очень много ребят, человек 400, наверное, на низком старте, они хотят получить ответы, а потом уже стартануть. Поэтому они сидят и ждут именно встречи с ним непосредственно. Да, я понимаю, да, это много, много аудитории, да, и много партнеров, которые ждут, это мы тоже видим это, и поэтому мы стараемся, очень-очень стараемся, чтобы сделать эту встречу, и сегодня как раз наши партнеры, они с ним сегодня тоже встреча вечером ужинают, и там будет это, он сказал, что сегодня вечером он скажет, когда сможет с нами встретиться. Благодарю, все принято, спасибо большое. Юр, смотри, такой вопрос у меня поступает от ребят. Максимально возможная сумма входа в сделку на лицензии 500 и на лицензии 10 тысяч долларов отличается? То есть на 500? Нет, нет. Это 1500, это потолок, без разницы, какая лицензия. Потому что это, мы, как видим, на DEX-биржах тоже, чтобы предоставлять ликвидность, ну и вообще, чтобы покупать, там покупались, продавались монеты, там невозможно будет, чтобы в сделку входить 10 тысяч долларов, да, это будет просто рынок рушить, и поэтому здесь решено такое, ну, как решение, да, что максимальная сделка будет только в 1500 долларов входить. Все, понял, спасибо. Можно еще вопросик? Всем добрый вечер, Юрий, приветствую. Наверное, это уже озвучивали не один раз, но просто для записи хочу, чтобы записалось это все. Вот смотрите, 150 тысяч кредитное плечо. Мы их израсходовали за 2, за 3 дня, за неделю, например. Лицензию берем по новой. И так как мы уже в белом листе, нас должны, по идее, моментально опять аккредитовать, грубо говоря. Это как оно будет? Будет, да, входить. Ну, я имею в виду, такое возможно, да? Что можно я через понял. Каждую неделю, да, покупать, да, эти на, я по 500. Понял. Да-да, ваш вопрос я понял. У меня, да, у меня было поначалу мнение такое же, как вы сейчас, что и так как адрес прописан уже в айт-листе, возможно, такое будет, но последняя моя информация была о том, что это все равно займет несколько часов, да, там может 6, может 8 часов будет занимать этого времени, как вы приобрели новую лицензию, потому что как технари обрабатывают тоже в кабинете эти лицензии, там будет возможность тоже потом на бумеранге прямо на сайте покупать лицензии тоже, это тоже будет возможно, потому что они будут сразу адреса уже с вайт-листом сравняться, там уже возможно будет, что это сразу будет активирована новая лицензия, да. Поэтому как на самом деле это будет, это нам нужно только дождаться этого времени и на самих себе это использовать, как проверить это будет. Юрий, вот подскажите, пожалуйста, сразу по вашему ответу вопрос. Я тоже, да, читала информацию о том, что можно будет покупать лицензию на сайте Бумеранг. И где-то была информация о том, что партнеры, которые будут покупать на сайте Бумеранг лицензию, они не будут участвовать в бинарном распределении. Это верно? Нет, это неверно. Этот сайт покупки лицензии, он будет синхронизироваться с ВАСом, и что вы автоматически попадаете в этот бинарное дерево, и там будет у вас спокойно тоже, что ваши партнеры будут находиться тоже у вас в структуре. Да, благодарю. Здравствуйте, можно вопрос? Да, конечно. Юрий, вот вы сказали про лицензию в 10 тысяч долларов, что по торговле именно, то лимит сделки только 1500 долларов. Так, а как же тогда выторговать весь этот флеш-кредит, который нам дается в 3 миллиона? Вот вы как будете торговать? 24 часа на 7? Ну, там не обязательно 24 часа торговать, там просто его использовать в несколько дней. У меня видение было такое, когда что я мне не нужно будет, например, вот сейчас был вопрос, будет ли сразу вторая лицензия активирована, если поэтому мы не знаем, как она будет активирована. Может, она тоже будет 2 дня длиться. Для этого, если у кого есть 10-тысячная лицензия, он может спокойно торговать, уже себе на следующую лицензию заработал средств, купил новую лицензию, и пока он проторговывает эту, уже задействована будет уже новая, да. Поэтому для этого
что 10-тысячная лицензия, если брать, например, по 500 долларов лицензии, да, чтобы и в общем направлении, что вы израсходуете 10 тысяч долларов для нее, если вы там, ну, как множество лицензий уже купите, да, что по флеш-кредиту вы на 10 тысяч долларов больше флеш-кредита получите, да, это во-первых. Ну, и во-вторых, то в том направлении, что там такого ожидания не будет, задержки это не будет, что можно уже, например, там половину отторговали, уже можно там лицензию обратно купить уже, чтобы она была активирована, и дальше торговать с этой старой лицензией еще. А тут математика, давайте я отвечу на этот вопрос. В принципе, лицензия в 3 миллиона, да, с лимитом. По сути, если 3 миллиона долларов делим на 150 тысяч, это 2 тысячи минут. 2 тысячи минут делим на 60, это получается 33 часа. Ну вот посчитайте, 33 часа это, в принципе, по 5 часов в день, неделя, вот, чтобы обработать вот эту вот лицензию. Юр, теперь у меня такой вопрос. Смотри, человек сидит на 500-й лицензии. Да, это я сейчас вопрос для активных партнеров, те, у кого еще идет параллельно бинар. Человек лишь сидит на 500-й лицензии, да, он ее не выторговал по часам, по сделкам, да, но у него уже накопился бинар, который он хочет вывести. И он выводит максимум, как мы знаем, по бинару, по партнерке 1500 долларов. Соответственно, а у него там уже накопилось, к примеру, там 3000 долларов. И он покупает новую лицензию за 500 долларов для того, чтобы вывести с партнерки еще полторашку. Таким образом, лицензии, вот этот объем сделок, он суммируется? Да, он суммируется, и будет у тебя потом не 150 тысяч долларов, например, а 300 тысяч долларов будет. Да. Все, то есть ничего не обнуляется, ничего не сгорает, не, просто суммируется. Не, это просто дополнительно суммируется, да, дополнительно наверх суммируется. Все, я думаю, что этот вопрос многих интересовал. Спасибо. Да, вот, кстати, был хороший вопрос в чате по поводу того, что можно ли это делать сразу с двух устройств. Ну, у тебя одна лицензия, один адрес. Где-то было написано, что нет, нельзя. А почему нельзя? Где ты видел это, Саша? Где-то в чате кто-то писал. Да, в чате что-то же писал, сказали, что если вы на компьютере запускаете, значит, телефон отключаете. Может быть, это синхронизация MetaMask кошелька будет некорректно отображаться, и поэтому может будут какие-то сбои, ошибки происходить из-за этого. Да. Возможно. Возможно, это да. Я предлагаю этот вопрос задать на ближайшей встрече Шарису. Да, это прямо. Конечно. Совершенно верно, да. И услышать от него, да, не то, что там кто-то где-то в чате писал, да, да, прям да. Конкретно. Иван, я бы тебя попросил такие очень важные вопросы сейчас собирать, да, на этот момент, когда у нас будет встреча, чтобы мы потом, мы будем, наверное, тоже так сделаем, наверное, чтобы мы собирали вопросы, и просто чтобы не вся публика там поочередно задавали вопросы, а конкретно мы будем уже, чтобы кто-то один задавал вопросы, эти, которые мы соберем, эти вопросы, важные вопросы, которые нам всем нужны будут. Да, Юрий, я думаю, все команды соберут вопросы, и мы передадим тебе. Хорошо. Скажите, а лицензия будет только на месяц? Если нет, не успел за месяц, она нет, переходит в другой месяц? Как? Да-да, она переходит в другой месяц. Здесь нет на лицензии никакого ограничения, пока вы не заработаете X3 с этой лицензией. Можно тоже вопрос задам? Юрген, да. А такой вопрос. Вот есть MetaMask, да? Есть адрес MetaMask, и есть от него секретно, ну, точнее, как это, ключ доступа, да? То есть секретный, да, ключ. Да. Я, например, дал своему другу, кому я доверяю, этот секретный ключ. Он через MetaMask импортировал себе адрес этого же кошелька, этого же счета. И через браузер вставляет ссылку Boomerang и полетел со мной вместе параллельно юзать этот сервис, пары эти платы, да, зарабатывать профит. И мы вдвоем это делаем, он то есть со своего устройства, я со своего. Как это будет вообще работать в этом случае? Максим, я не знаю, как это будет работать, потому что
так глубоко еще не удалялся, как не рассуждал этот вопрос. И это решение, как с двух устройств параллельно работать на одном кошельке, да. Мы так обязательно уточним этот вопрос тоже, как это будет. А то не так принципиально, просто что-то мысль. Да-да, ну этот вопрос мы тоже обязательно поднимем этот, да. Ну и еще как лайфхак, ребята, кто, допустим, сетевой лидер и занят командой образования, и, к примеру, вам не успевается, да, то есть много надо обучения проводить, команду строить, там, помогать новичкам и так далее. То есть, ну, можно обходной путь найти следующий. То есть, допустим, вот у меня есть доверительное лицо, да, кому я доверяю, я могу ему поручить торговать, а сам, например, высвободить для себя время строить команду. То есть он торгует, а я, например, двигаюсь по сети. Можно таким вот образом еще обыграть. Посадить некого оператора, да, то есть, так скажем, за этот процесс. А можно вопрос, я хотел узнать, мне просто интересно, а в каком моменте зарабатывает компания сама Бумеранг? Бумеранг зарабатывает на лицензиях. Только на лицензиях, то есть на наших этих движениях не работает, да? Не зарабатывает. Там есть возможность, да, что у них есть какое-то валидаторство на полигон блокчейне, да, что они, потому что каждую операцию, которую мы производим, мы подтверждаем какую-то транзакцию, да, и платим какую-то комиссию за транзакцию, за вот эту сделку. У них есть, возможно, в смарт-контрактах прописано, чтобы они валидаторы, что эти транзакции проходят через их узлы. Это возможно, конечно. Все понятно, спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня вопрос такой, вот будут ли какие-то зумы обучающие вообще для новичков? Вот, потому что вот вы сейчас показали, как транзакция проходит, но вот у меня есть еще вопросы, которые перед этим, как, допустим, люди не знают, как подключать кошельки, там, как устанавливать метамаски. Потому что до этого я смотрел иностранный вот зум, там говорилось о том, что у них по субботам проходят технические зумы, где прям человек может показать свой экран, и ему покажут, расскажут, как действовать. Будет ли что-то подобное? Да, мы планируем, мы тоже только вчера обсуждали тоже, и мы планируем делать такие технические зумы, которые будут помогать всем новичкам, тоже кто не разбирается, кто мало понимает, которые могут настраивать свои кошельки и все остальное. Ну, просто я вроде как понимаю, но сейчас столкнулся с таким вопросом. Вот я в Google Chrome загрузил MetaMask, расширение поставил, все, значит, открыл свой аккаунт в MetaMask. Вот, начал сейчас залез на сайт Бумеранга, начал подключать Бумеранг, а у меня еще вместе с расширением MetaMask стоит Trust Wallet. И у меня почему-то Trust Wallet хочет подключиться, а MetaMask не хочет. И вот тоже непонятно. И тоже такие технические нюансы. И ради этого удалять Trust Wallet я тоже не вижу смысла. Надо посидеть. Вы можете в настройках установить в MetaMask, на какую страницу он может задействован быть, и также в Trust Wallet установках. Прям в Chrome, в браузере можете установить. Но вот этого я не знаю. Вот это мне бы, конечно, хотелось на таких чатах, чтобы было. Обязательно. Ты можешь смотреть, MetaMask загрузить в другом браузере и не путаться. У тебя Trust Wallet. В принципе, я сейчас так и сделал. Да. Делай там на Edge, на Opera или, допустим, Mozilla. То есть много. Я в Яндексе сейчас загрузил MetaMask и присоединил его. И вроде так тебе как будет удобно. У тебя не будут пересекаться два кошелька. Спасибо. Дмитрий, на самом деле, очень правильную тему затронул. Да, нам по-любому будет стоить внедрять обучение вот таким техническим вещам, как там установить MetaMask, купить крипту, там пополнить там MetaMask матиками, да, для газа. И потом дальше, когда мы разные ордера делаем, нам же сыпят в разных монетах. Потом, как эти монеты, например, в один комод собрать, у USDT, например, да, вывести там на Bybit, через P2P потом продать на Bybit, например. Вот этим всем вещам по-любому будем обучать. И также еще сделаем какую-то школу новичка для тех, кто хочет строить сеть, потому что есть много всяких тонкостей, нюансов, психология целая, да, как стоит правильно двигаться по сети, как быть правильным наставником. В общем, всю эту сетевую лирику тоже будем обучать. Как звонить правильно, приглашать правильно, закрывать сделки правильно. В общем, будем школы продаж проводить и приглашать разных еще
лидеров мнений, которые будут делиться своими знаниями. Может, даже кто-то бизнес-тренера приведет себе в команду, чтобы он работал в нашем районе. Да, ну, Максим, это... поддерживаю тебя. Ребят, я сейчас тоже нам нужно да. все настроить, и будут различные школы. Да, да, вижу, да, что у нас очень-очень замечательная команда получится и построится. Вообще, ребята, вы молодцы. Я вас всех уважаю, да, очень ценю. И очень хорошо работать с вами, да. Мне очень приятно. Добрый вечер. Можно вопрос? Здравствуйте. Здравствуйте, да. У меня не загружается баланс вот на платформе Бумеранг. Все подключено, лицензия там есть, все, но показывает баланс ноль. Есть у кого-то также? Я перезагружаю эту платформу, но она все равно, говорится, да, на остается. Данный момент, на данный момент это есть еще, возможно, еще много партнеров, которые еще адреса не прописаны в White List. Но технари работают днем и ночью и делают это. Поэтому просто сейчас нужно ожидать, пока они это не сделают. Да? Потому что вот этот баланс, он был как давался в подарок тестирования, да, чтобы люди могли просто протестировать, изучить систему. Да? И поэтому это все будет. И на это немножко нужно время, да. И также сегодня Шавис тоже сказал, что возможно, да, что у нас сейчас, как мы говорим, и на прошлых зумах говорили, что с 1 марта мы стартанем, все там, пункт 12.00, 1 марта наступило, мы стартанем. Возможности есть, что это на, там, на пару дней это будет немножко задержано. Это возможно, да. Он сегодня озвучил это тоже, да, и поэтому я хочу тоже всех предупредить немного уже об этом, чтобы были немного в курсе. Возможности есть такие, что будет немножко там не 1 марта, а там 2-3 марта начнут вот эти флеш-кредиты прописываться у людей, да, которым доступны будут людям. Поэтому также с этими подарочными 1500, да, это тоже идет, процесс работы идет, но это все будет, не переживайте за это. Спасибо, спасибо. Да. Юрген, вопрос можно? Да, конечно. Так, у тебя там в теме сегодняшнего зума был аудит смарт-контракта или анализ. Кто-то его проверял? Есть какая-то информация? Не, пока еще официальной информации нету, кто этот смарт-контракт проверил. Пока еще официальной информации нету. Я просто его сейчас в этом... мы проверили его через искусственный интеллект, через ChatGPT, что говорит вообще искусственный интеллект на этот смарт-контракт. И как он задействован. Пока еще такого официального аудита на этот смарт-контракт не было. Ну, с моей стороны еще пока я не получил еще. Аудит там от официальных каких-то источников, аудит я еще не получил. А ты не отправлял его Тимуру Гордейко, SEO Insider? Отправлял, они проверяют его еще. То есть у тебя от него нет ответа? Я вчера разговаривал с ним, но таких ответов, что там какой-то аудит, такого ответа от него еще нету на этот. Поэтому я решил сегодня показать, как вообще смарт-контракт, как он, что он себя показывает, что он себя есть и чем он занимается, этот смарт-контракт. То есть ты с ним общался, и у тебя положительное состояние о том, что он тебе говорил, да? Или... Ну, как положительное состояние? Мое состояние положительное на то, что я вижу в этом смарт-контракте, что я со своей стороны его, и как я его изучаю. А скажите, а какой газ примерно будет на вывод монет? У нас, например, 20 пар разных монет. Мы получили там где 10, где 14, где 5 в общей сложности. А выводить-то мы будем с разных монет, из каждой монеты нужно будет газ отдавать. Может быть, так и получится, что 0 на 0 и выйдем? Смотрите, вы можете прямо в MetaMask кошельке обменять мгновенно, вообще там газа почти не задействовать, для того сделать свап, поменять на USDT, это, на полигон блокчейна.
и вывести одной монетой, например, да, и вам не нужно там каждую монету отдельно выводить. Вы можете свапать это в MetaMask кошельке. Спасибо. Скажите, так если в марте купить лицензию, торговать-то можно тоже начать в марте, или это в апреле потом? Не, в марте купить лицензию невозможно будет, что это будет недоступно. А те, кто как купить можно, да, но просто будет ждаться, пока ваш MetaMask кошелек пропишется в whitelist, это до апреля месяца. Не, ну купить-то можно, вопрос забыл. Купить можно будет в марте, но пропишется он только, торговать человек начнет только в апреле месяце. Правильно его внесут в белый список? Да, да, да. Юрий, еще вопрос. Или, по поводу... Потому что Пули сказал про 60 дней. Вот этот вопрос нужно уточнить все-таки. 30 дней или 60? Саш, вопрос этот, записать сразу в список. Там этот, на эти 60 дней я могу вам сейчас дать, что, что в марте, что в апреле это будет проводиться также еще дополнительные тесты, потому что сейчас вписываются еще дополнительные блокчейны. Это как блокчейн эфира, да, записывается, и блокчейн этого Binance, да, ну, что этот будет тоже прописан там. И поэтому эти тесты будут проводиться параллельно. Здесь 60 дней, это не значит то, что там в апреле люди не смогут зайти там. Они также в апреле, которые получат доступ, да, в апреле, они также дальше тестироваться будут, да. Но на флеш-кредитах уже, которые нам обещаны были. Юр, еще вопрос такой... еще по поводу белого листа. Вот я так правильно понимаю, что периодически так и придется заходить на сайт Бумеранга и проверять баланс, да, пока он не нулевым станет? Да, 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 совершенно верно. Угу. Спасибо. Юр, смотри, человек приобрел лицензию первую, да, у него кредитное плечо 300, да, соответственно, он приобрел ее вот там в феврале месяце. Затем он ее в 1 марта израсходовал и 2 марта приобретает новую лицензию за $500. Она также будет иметь плечо кредитное X300 или X200? Нет, она будет также иметь X300. Эти данные, которые я от первых лиц получаю, она будет также иметь X300, да, не X200. Я сегодня тоже читал эти моменты в чате, и это неверные данные, которые писали там. Можно я, здравствуйте, можно я тоже задам вопрос? Сейчас вот февральские лицензии, которые купили, стартанули в марте. Обновляемся в марте, да, мы тоже так же можем уже продолжить поторговать. Почему тогда не могут те ребята, которые купили в марте, они уходят только на апрель? Чем это связано? Если мы уже купили... Да. Да, это связано с тем, что до марта месяца было... установлено какое-то определенное пользователей адресов кошельков, которое было определено, установлено, и когда оно будет достигнуто, что дальше пока этот тесты не будут, не пройдут, что ну как новым не будет доступно. С этим это то было есть, связано. То есть мы уже повторно можем идти на сделку, купив уже повторную лицензию в марте? Да, да, так, да? Да, да. В марте мы можем повторно покупать лицензии, так как наш кошелек он подключен в whitelist, да, и нам дает возможность. С новым MetaMask кошельком мы не сможем купить. Но с нашим кошельком, который прописан уже в whitelist, мы сможем также и апгрейдиться, что выше лицензию купить, или там такую же лицензию купить. Нам это будет доступно, да. Хорошо, спасибо. Доброй ночи, Евгений. Это я понял, то, что выше сказано, да, то есть люди, которые... сейчас, допустим, вкладывает, покупает лицензию на $500, они при любом раскладе остаются выигрышным, да? То есть человек в минусе не остается, да? Да, совершенно верно. Как сейчас Максим тоже приводил примеры, что вот этот искусственный интеллект, он не даст просто войти в сделку, минусовую сделку, да? И даже если в тот момент, когда еще сделка была плюсовая, что подтвержденная, да, мы вошли в сделку, в тот момент, пока смарт-контракт не открыл другие пары монет, если сделка уходит в минус, смарт-контракт останавливается, как ее, как cancel ее, что в сделку не войдет.
что она остановится, и комиссионные списаны даже не будут в этом. Поэтому в сделку войти невозможно минусовую. Отлично, спасибо. Ну и так еще в пояснении вот последнего вопроса, то, что сейчас мужчина задал. Ребят, мы должны с вами понимать, что если мы не зайдем в данный процессинг и не поторгуем, то ничего и не получим. То есть, ну, тут как бы нет пассивного дохода как такового, что купили лицензию, нам что-то само собой капает. То есть нужно будет ручками заниматься и торговать. И только тогда мы будем получать профиль. К этому нужно быть готовым. Да, вот это хорошее пояснение. А, Юрген, можно к вам вопрос тоже? Всем здравствуйте, ребят. Добрый вот, вечер. Здравствуйте. Я получил кредитное плечо 150 тысяч долларов 1 марта с утра. Проторговал за 7 часов всю лицензию, 100, сделал 100 сделок по 1500. И я могу в этот же день купить новую лицензию, правильно? Или только на следующий день могу новую? Не-не, вы можете в этот же день купить новую лицензию, но активно, возможно, что она на следующий день только будет, да? Что не сразу вам она будет активно доступна в этот же день. А купить вы можете. Будет отслеживать, да? По времени, там, как купил новую лицензию и уже потом смотришь. Можно, например, проторговал на 500 долларов, купил сразу же новую лицензию наперед и дальше торгуешь уже с теми деньгами. Ну, да, возможно, конечно, и так, но это, я думаю, просто займет, там, может, будет разница в каких-то несколько часов. И поэтому... И они будут суммироваться, все, сумма будет. Да-да, они будут суммироваться, они будут суммироваться, конечно. Благодарю. Ну, вот у меня еще один вопрос. А не будет ли так какие-нибудь шляпы токены, которые невозможно будет их потом продавать, они так и останутся в кошельке? Нет, эти токены, которые производятся, это только ликвидные токены производятся, торговля на них, и которые на DEX-платформах, и которые в MetaMask кошельке, сразу можно их свапать на любую, так же, как на USDT или на другую монету, да, что по курсу там не будет. Нет, таких... понимание есть, я просто уточняю еще раз, чтобы уже от вас услышать. Спасибо. Не, это будет только ликвидные монеты, только потому что здесь сделок будет очень много, и должны быть только ликвидные, и будут только ликвидные монеты. Можно вопрос? Да. Юрген, приветствую и всем добрый вечер. Купили лицензию на 500, израсходовали. Дальше мы можем купить лицензию, например, на 1000, на 3, на 5, на 10? Да, совершенно верно. Можно апгрейдиться. Если мы, у нас лицензия на 500 уже до 1 марта готова, мы можем в марте апгрейдиться, можно потом выше лицензию покупать. Это возможно будет, да. Благодарю. Всем добрый вечер. Скажите, пожалуйста, в апреле будет тоже ограничение новых пользователей или нет? Можно будет приглашать? Нет, у нас где-то середина апреля будет открыто это полностью для всех пользователей. До середины апреля это будут пользователи те, кто в марте месяце купили лицензии, будут ожидать. Они будут до середины апреля, будут все как допущены. А середина апреля это будет уже полностью на всех открыто. Там не будет уже никаких ограничений, там уже будет система стабильно работать, что тестовые работы уже будут подходить к концу, и поэтому будет открыто уже для всех. И там дополнительных продуктов еще будет, что там и несколько блокчейнов, и намного больше. И в планах даже потом происходит то, что искусственный интеллект за нас сам будет торговать, что он будет задействован для торговли тоже искусственный интеллект, что нам даже... Не нужно будет потом вводить пары, может быть, просто одним кликом нажмем, да, вот это мы хотим, и она сразу автоматически будет это задействована. Понятно, спасибо алло. Большое. Алло, алло, можно вопрос? Да. Приветствую всех, доброго вечера. Мне вот интересно, нам помимо... Тем, кто купил лицензии, идет еще в подарок нода на 50 долларов, как я понимаю. Вот. Я видел, эти ноды есть и за большие суммы, там до 25 тысяч долларов. У меня такой вопрос. У всех нод, например, у 50-долларовой, там 3 икса,
Как я понимаю, каждую неделю идет, возвращается сумма. Есть ноды со стоиксами, которые стоят 25 тысяч долларов. Это что получается, 25 тысяч долларов в неделю прилетает, что ли? 100 недель? Или как? Или вы этот вопрос еще не в курсе? Этот по нодам, я честно признаюсь, я еще сильно не погружался в эти ноды. Ну, насколько я там немножко так тоже изучал эту информацию, да, там вот эти, которые стоят по 25, по 27 тысяч долларов, там идет уже не нод, как идут валидаторство, да, что можно получить. И там, а когда валидаторство получаете, у вас она постоянно идет, она пожизненно, сколько блокчейн работает, у вас это валидаторство существует. Там не будет никаких ограничений, что у вас там X3 сделали, и все, нужно новое. Ну, это понятно, будет. Там написано 100 иксов, вот меня вот, вот это немножко поразило, как бы так, покупаешь ноду на 25 тысяч долларов и каждую неделю 25 тысяч долларов. Нет, это там, получается, нет? Там вы получаете валидаторство, ну и как, потому что ну, это, да, это монета уже полигона, да, как я понимаю? Нет, слушаю, Zoom. У них своя монета. И она не полигоновская монета, у них свой блокчейн, и она, понял. Эта монета, она ни на каких биржах не торгуется. Эта монета будет задействована только для таких проектов, вот как сейчас Бумеранг, да, что и компании могут присоединяться, какие-то свои продукты здесь будут представлять, и что они будут работать на этом блокчейне, и эта монета будет использована для газа. Благодарю за ответ. Ну так, я думаю, дорогие друзья, что, я думаю, можем завершать, наверное, нашу сегодняшнюю встречу. И это, думаю, как, Иван, ты еще здесь, а, у нас, с нами? Да, ребят, если нет вопросов, наверное, давайте будем закругляться. Запись как будет обработана, я выложу в чатах. Да, ну и до встречи с Чавизом. Давайте, друзья, все составим вопросы технические по маркетингу и так далее, что нас интересует. Все сообща централизованно и отдадим списком Юрию. Спасибо всем большое. Все было познавательно, четко донесено на высшем уровне. Спасибо. Да, ребят, согласен. Благодарю всех, кто помогал, кто принимал участие. Спасибо. Да, друзья, ну и не забываем о новичках своих, кому там, если нужна, как говорится, плечо, опоры, да, помогайте там все сделать, чтобы не было потом разочарований, что ой, что ж ты меня не подтолкнул, что не напомнил, ой, а уже 1 марта, чтобы вот этих, знаете, ожидания реальности всех сработали, то есть будьте ответственными наставниками и своим командам помогайте все там сделать, все настроить, все сделать, чтобы они понимали, как это все дальше движется. Всем доброго вечера. Как говорится, НЖВД, нас ждут великие дела, всех обняли. Доброго всем времени суток. Пока-пока. Запланируйте, пожалуйста, эти технические зумы, чтобы они были, чтобы можно было... Все вопросы. Дим, все запланируем. И по маркетингу, и технически, и так далее, и так далее. Все запланируем. Все, Юра, спасибо большое за встречу. Всех благодарим. Все было хорошо. Все спасибо. Было можно вопрос? Последний. Да, да. Да, задавайте, конечно. Если вышестоящий не успел проплатиться, а сам проплатился, он ничего не получает, я так понимаю, реферальные эти... Да? Там, здесь, как сейчас Максим рассказывал, это замечательный бинар, и что бинар сохраняет накопительность, и поэтому, если он строит две ноги, потом будет строить, когда он проплатится, тоже как он по усмотрению его, то он и будет, и накопительные моменты остаются, да, что и он потом будет зарабатывать от этого тоже, если начнет вторую ногу выстраивать. Понял, спасибо. А если завтра, послезавтра начинать покупать лицензию, плюс там 2-3 дня в белый лист, там уже март начнется, успевается в марте начать торговлю или уже апрель? Да, до конца февраля, как вы купите лицензию, потому что при покупке лицензии вы указываете ваш MetaMask кошелек, адрес кошелька с полигон блокчейна, с которым вы будете торговать. И ваш
как вы купили лицензию, если это еще произошло в феврале, значит, она будет вписана в вайтлист в марте. Спасибо большое. Юр, то уточнение такое, как бы, скажи еще, что может получиться так, что человека, ну, не первого активируют, допустим, марта, а может получиться, что второго, а то все будут ждать первого числа. Не, я это сейчас упоминал тоже, да, что, да, как это, что... Ну, еще раз повтори, да. Да, это возможно, да, что сейчас, чтобы у людей не прошло такое разочарование, да, что первого числа все у меня не начислено, что это возможно, что пару дней будет задержка, да, и поэтому... Все в порядке, все работает и будет все отлично. Маленький вопрос по бинару можно еще? Да, задавайте. Вопрос про 10%, 5% отлично приглашенных. Да. Они выплачиваются только тогда, когда полностью треугольник активирован? Давайте я, наверное, отвечу. Да, смотрите, конечно. Мы подключили первого партнера, там, в левую или в правую ногу, сами выбираете, получили бинарные накопления. Подключили второго партнера, вправо, например, в противоположную ногу, получили также бинарные накопления. И начиная с третьего личника, вы еще помимо бинарных накоплений начинаете получать реферальный бонус за личную продажу 5%. То есть подключили вы, например, 10 только, человек. Только с третьего, после третьего, с четвертого человека получается. Или, нет, да, с четвертого человека. Нет, с третьего. Но с третьего уже выплачивают. Себя, себя один направо, один налево, там, или можно наоборот, себя и как бы два налево там, или два направо. И... Смотрите, неважно, да, в какую ногу вы поставите, да, хоть да, всех да. трех людей в одну да. ногу, то есть первого хоть. В одну ногу, левую. Второго, и также в эту же левую ногу. То есть четвертый контракт будет 5% с четвертого контракта, нет, по-любому. Нет, третьего, с третьего. Третьего. То есть первый и второй без реферальные, а начиная от третьего личника вы получаете уже реферальные 5%. То есть подключили, например, 10 человек в первую линию. Первых двух вы реферальные не получаете, а начиная с третьего и последующих, до десятого, вам приходит 5% еще. Максим, можно, Максим, можно я добавлю тоже сейчас? Да, я еще добавлю немножко. Сейчас задавался вопрос. Вы, наверное, упоминали то, что ваш личный аккаунт. Ваш личный аккаунт не считается как ваш партнер, да? С ваших партнеров это идет начисление. Ну, это понятно, понятно, да. И если вы смотрите на треугольник, то ваш верхний аккаунт треугольный, да, что он не считается как ваш партнер, поэтому справа, слева и потом... А, ну, то есть третий, с третьего да. уже, то есть, да. Если есть уже справа, слева там, или с одной стороны два человека, с третьего уже получаешь да. свои законные 5%. Еще маленький вопрос. Вот эти 5%, они не лимитируются этой ежедневной выплатой, там, вот, $300, там, вот это то, что начальное. То есть полностью 5% получаешь. Там полностью идет, да, 5% идет на них, да. Ага. А $30 в день это уже как бы по бинару. Да, по бинару это не 300 долларов. 300 долларов. Mm. Благодарю. Да, друзья, мы не забываем активировать бинар. Здесь он активируется одним слева, одним справа. То есть нужно продажу совершить в одну ногу в левую на $500 и также во вторую ногу в правую на $500. И этим там включается вот эта денежная машина под названием бинар. То есть в разных компаниях разные условия. Где-то есть условия 2 слева, 2 справа. Нужно 4 продажи сделать. Здесь упрощено до 2. То есть легкая задача. 2 подключения в обе ноги. Ну и бинар будет включен с этих пор. Спасибо. Алло. Я сегодня купил пакет за 500. А смотрю на итоговый баланс. У меня 1698. Что это может быть? Итоговый баланс. Это может быть у вас партнер уже под низом есть? Но он не покупал ничего. Ну, может быть, у вас не 1000, а просто $1 остался еще с лицензией, которая да. просто там запятая стоит. Вы, может, сейчас путаете. А, да, точно. Правильно, точно. Спасибо. Извините.
Извините, маленький вопрос. А нодами активировать можно, Бернард? За 50 долларов нода. У меня человек купил ноду, нет, и смотрите, он стал нодами, зелененьким, активировался. Да, он активировался в том направлении, да, что вы с бинара, вы получаете, у вас бинар не активировался, у вас только слизник приглашенных активировалось потом. Нодами вот эту вот цепочку из двух приглашенных, третий как бы уже участвует. Нельзя активировать. Нет, это только лично приглашенные потом у вас будут прилетать там, что вот эти по 5%, которые отлично приглашены. Все же вот этими нодами можно как бы вот получить 5% от этих, да, с нодами, приглашенных. С нодами возможно, да, это сделать, да. Вот это уточнить надо, потому что, некоторые люди, скажем так, я-то сам на 10 тысяч зашел, а некоторые и 50 долларов как бы вот не в состоянии накопить. Да. Вот если они войдут на 50, активируют двух еще на 50, то есть и пригласят кого-то уже, кто... лично приглашенного, то он 5% свои получит и сможет купить уже нормальный контракт. Это да, там уже может так. Это, кстати, хорошая стратегия для новичков, и которые не имеют, может быть, средств. Да, и, это хорошая люди стратегия. Разные, да. Пенсионеры, пионеры. Благодарю. Все, спасибо вам, ребята. Да, и поэтому давайте будем завершать. Давайте еще в завершение такой посыл тоже сделаем. Смотрите, ребят, там в бинарном дереве, когда вы заходите в свое меню, левые три полосочки в верхнем углу нажимаете, там есть возможность посмотреть структуру. И когда вы в нее проходите, то есть кнопка там, сейчас скажу, как называется, Team Summary, дальше My 3, то есть мое дерево, и там есть... активные партнеры, они беленьким высвечиваются ореолом. А просто темный ореол без... темный кружок без ореола. Это значит уже активированные, то есть они зашли на почту и подтвердились. А те в дереве, кто обведены красным таким свечением, красным ореолом, это значит, что они не подтвердились еще. А на почту пусть зайдут и обязательно подтвердят свою регистрацию, потому что возможно, в дальнейшем будет какая-то компрессия. То есть эти неактивированные пользователи, их, возможно, там потом как-то сдует из системы. Поэтому просмотрите свое дерево, найдите в нем обведенным красным ореолом своих партнеров. Это те партнеры, которые, в чистилище в таком неком находятся. То есть им надо на почте нажать галочку, что они подтверждают регистрацию. Тогда этот ореол исчезнет, и они будут уже... в системе законно находиться. Вот, позаботьтесь тоже о своих командах. Ну и белые партнеры – это те, кто уже купили какую-то лицензию. Так что просто в курсе были. Все, отличный получился Zoom. Юрген, ты красавчик, нам приятно с тобой работать. Ты терпеливый, спокойный, обстоятельный, все рассказываешь, все, что знаешь, крепнешь с каждым днем, вижу, что становишься сильнее, набираешься опытом, делишься с нами. Мы тебе за это благодарны. Ну, ребят, кто не знает, Юрген, он немец, вот, где-то немножко акцентик, да, это просто, для новичков, кто не знает, что Юрген, он живет в Германии и говорит по-русски. Все, Юрген, спасибо. Все, спасибо, Максим, и спасибо всем за такой прекрасный вечер. Очень вас всех. Друзья, давайте расходимся, всем хорошего настроения, ну и пусть у нас все получится. И все. Покажем, как говорится, международному рынку, из какого мы теста слеплены, чтобы сильно не отставать от остальных иностранцев, надо газу дать. Всем пока. Всем пока, ребят. Благодарим всех. Пока-пока. Всем пока, Юра, благодарю. Всего доброго. Все, пока-пока всем. Юрген, два супер. Данки дир. Чао. Окей.